С наступлением благоприятных погодных условий и падением уровня воды на реках Нальчик и Белая приступили к ликвидации последствий стихии на водозаборе Головной. Данные работы направлены на скорое возобновление подачи водоснабжения потребителям. В настоящее время на водозаборе Головной производится работниками очищение пескоулавливающего канала, что поможет беспрепятственно проходить в воде в резервуарах.